Тон просто ми. Приветствую вас, драгоценные братья и сестры. Приветствую вас, Церковь Христова, невеста Христа, облеченная в хвалу и поклонение в такие одежды светлые. Я сегодня призываю к хвале, и для меня, вот как-то, знаете, сейчас вот я смотрю в зал, и становится немножко ревностно, потому что люди не приходят именно на поклонение, на прославление. А ведь это такой важный момент для нашего служения. Вот поднимите руки тех, которые, придя больными, немощными на служение, именно во время прославления получали исцеление. Аллилуйя, аллилуйя. Это те, которые не смотрели на своих соседей, как они поклоняются, а поклонялись сами. Ведь Бог смотрит на сердце каждого, каждого. И если ты думаешь, что вот Маруся рядом стоит, она поклоняется так, а я не могу. Нет, Бог видит тебя. Когда ты открываешь свое сердце, поешь Ему, пусть не впопад, пусть неправильно, но ты поешь и призываешь имя Господне. Мы для того, чтобы вы пели правильно, стоим здесь, да? Но для вас это не должно быть препятствием. Вы должны смотреть на Бога, не на хор, не на музыкантов, а на Бога. Вот именно тогда, когда враг стоит, строит планы на разрушение вашей жизни, да, именно тогда и поклонение обретает особую ценность. И поклонение остается самым важным служением в церкви и духовным оружием против сатаны. В Писании говорится: «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Почему это говорится? Потому что, когда вы призываете имя Господня, Он входит в вас Духом Святым. И Он становится сильным в вас, потому что вы сейчас приняли Иисуса Христа в свое сердце, приняли Духа Святого, приняли самого Бога, который разрушит все козни дьявола. И я еще хочу сказать, всегда помните, что царь сильнее вашего врага или проблемы. Если вы в сердце Бога, то ваши враги становятся его врагами, а наши трудности лежат у его ног. И когда вы прославляете, вы просто говорите: «Слава тебе, Господь! Слава за все! Ты разрушаешь все, что не нужно в нас! Ты даешь нам все, что для тебя нужно, ибо твое есть единство во всем». И вот вы, Бог говорит, Он, знаете, Он не может отказать тому, кто просит, но только тот, кто просит по Его воле. А какая воля у Бога? Какая воля у Бога? Чтобы вы были всегда радостными служителями в молитве, в огне Духа Святого, о котором сегодня говорил Григорий Павлович. В огне Духа Святого. Пусть огонь сейчас зажжется в вас и будет гореть. И когда вы выйдете с этого места, не забывайте о том, что Бог в вас. Пусть у вас, в вас видят все Бога. Когда вы пройдете по улице, и в вас видят свет. И обязательно остановится человек и скажет: «Чего ты такая интересная, чего ты такая радостная?» Да потому что во мне Бог. Поэтому сейчас призовем имя Господне, возблагодарим Его, воспоем Ему хвалу и поклонимся нашему великому Богу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Помолимся, Господа. Вставайте. Аллилуйя. Боже великий, праведный Господь, мы благодарим Тебя за все, Господь. Мы хотим, чтобы Ты сейчас находился на этом месте и в наших сердцах.
Благослови, Господь, каждого, кто спешит для того, чтобы увидеть Тебя, услышать Твое Слово, поклониться Твоему величию, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за все. Благодарим и прославляем Твое святое имя. И возносим Тебе хвалу, Господь, до небес, чтобы Ты услышал наши сердца, наши мысли. Боже, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. И прости нас, если мы что-то делаем не так, как Ты хочешь. Прости нас, Господь. Мы изменяемся только благодаря Тебе, Господь. Славим Тебя, благословляем Тебя, благодарим Тебя и хвалим Тебя. Аллилуйя! Аллилуйя!